Ветерок с утра прохладный забывал. Ничего не предвещало об ужасном. Вдруг внезапно штормовой поднялся шквал. Очевидно, ураган. Мне стало ясно. В интернете в это время я сидел. Ничего не знал об ужасе погоды. Даже в этот раз в окошко не смотрел. А погоду нагнетала злость природы. Ураган этот снимала дочь моя, глядя на происходящее в окошко. Интернет стал глючить скоро у меня. Испугалась урагана даже кошка. Чапки нашей просто все до фонаря. Она с детства ничего вообще не слышит. Глухота, конечно, для нее беда. Что поделать, ничего тут не попишешь. Ураган свирепствовал, кромсал, ломал, не щадил крыши домов, кусты, деревья. У собаки нашей сбудки крышу снял, ну, на работе, в общем. Наказать его хотя бы за преступление. Может, кто услышит, что я говорю. Это все я знаю часом, не напрасно. Истину всем говорю, и я не вру. Это, Цветики, потом будет ужасно. Про природу, как относитесь, всем спел. Вот настало время с нами поквитаться. Ураган нам Бог послал с небесных тел. Посмотрю, как будет кто-то ухмыляться. Так что, люди, все вините-ка себя. Не грешите вы с природою напрасно. Всем природа отомстит на злобу дня. Так что думайте, что всем вам было ясно. Не пророк я, но я вижу цель беды. От беды как испортилась погода. Что наделали с природою? Эх вы! Еще не раз произнесете слово Бога.